Мусульманский праздник Курбан-байрам встретили жители республики. В соборной мечети Карачаево-Черкесии провели коллективный намаз. Всемирный день донора отметили на станции переливания крови в Черкесске. Праздник объединил неравнодушных жителей региона. Новое здание Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии открыли в Черкесске. Новоселов поздравил глава Карачаево-Черкесии. В штабе общественной поддержки республики прошло заседание по проблемам межнационального согласия. Организатором выступил Союз женщин. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаево-Черкесия» в студии Дарья Тендит. Жители республики отметили один из двух главных мусульманских праздников – Курбан-байрам. За торжественной частью в соборной мечети Карачаево-Черкесии наблюдала наша съемочная группа. Артур Мкце подробнее. Курбан-байрам не имеет постоянной даты. Его празднуют через 70 дней после Ураза-байрама. Этот день напоминает верующим о преданности Аллаху и о его милосердии. Праздничный день начинается с утренней молитвы в мечети. При этом мусульманам необходимо прочесть все 5 молитв, после чего наступает время проповеди, которую читает имам. Затем приходит время праздничного намаза. В соборной мечети его провел муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев. И люди должны в этот день вести себя подобающе. Они должны творить добро, делать людям хорошее, несмотря ни на что. Некоторые начинают злиться, ругаться. Вот этого нельзя допускать вообще. Всевышний создал человека для того, чтобы он творил добро. И вот это вот его предписание надо исполнять и делать. Чего нельзя и что можно делать в праздник Курбан-байрам? В этот день нельзя держать обиду на кого-то, ругаться и сквернословить. Нельзя носить грязную одежду, заниматься тяжелым трудом и скупиться на милостыню и помощь тем, кому это необходимо. Этот праздник – это жертвоприношение, это от Всевышнего. Каждая семья обязана сделать этот жертвоприношение. Кто имеет возможность сделать жертву вот эту, жертвоприношение. Они обязаны. Это обязаловка от Всевышнего. После коллективного намаза мусульмане переходят к главной части праздника – жертвоприношению. Жертвенное животное выбирается заранее. В течение 2-3 дней его содержат в специальном чистом месте. По правилам в жертвы можно приносить барана, верблюда или корову. Также необходимо понимать, что принесенный в жертву скот предназначается в первую очередь для почивания близких и друзей, а также для милостыни. Праздник отмечается 3 дня. Верующие дарят подарки, ходят в гости и угощают различными блюдами. Артур Мхце, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. В связи с празднованием Курбан-байрам глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимреза подписал указ о нерабочем дне 17 июня. Работа в этот день компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимреза провел рабочую встречу с первым заместителем председателя ЦК КПРФ, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Юрием Афониным. В ходе его поездки в Карачаево-Черкесию рабочие встречи с однопартийцами, знакомство с военно-историческим наследием региона и участие в мероприятиях в рамках проекта КПРФ «Пушкинские дни на Северном Кавказе». Во время встречи Юрия Афонина с Рашидом Тимрезовым обсудили взаимодействие органов госвласти Карачаево-Черкесии с членами КПРФ, в том числе в рамках деятельности фракции партии в республиканском парламенте. Было отмечено, что члены регионального отделения КПРФ всегда занимают активную созидательную позицию в вопросах развития региона, поддержки граждан и решения проблемных вопросов. Сегодня перед нами стоят общие национальные цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным по укреплению государственности и безопасности страны, социально-экономическому развитию, поддержке участников СФО и патриотической работе с молодежью. Все они находят отражение в рамках всех политических партий страны, в том числе КПРФ. И наше дальнейшее взаимодействие по этим ключевым вопросам – одно из условий успешного развития республики и обеспечения устойчивости нашего государства, отметил Рашид Тимрезов. Всемирный день донора крови объединил неравнодушных людей. Он отмечается с мая 2005 года и посвящен людям, которые добровольно сдают свою кровь для тех, кто в ней нуждается. Праздник отметили на станции переливания крови в Черкесске, а подробности у Али Баташева.
Праздник не повод прерывать работу. Одним из девизов, которой является лозунг «Больше крови, больше жизни». С утра виновники торжества уже в регистратуре и других кабинетах. Медперсонал станции переливания крови проводит необходимые процедуры. За месяц сюда приходит в среднем 500 и более доноров. Ирина Найденова сдает кровь уже 13-й раз. Желание стать донором появилось с момента начала спецоперации на Украине. Я понимаю, что эта кровь не идет солдатам, но чувство долга, наверное, какой-то помощи ближнему, хотя бы такую маленькую лепту преподнести для ближнего. Вот это чувство возникло. 2 года назад я стала донором. Вот. Наверное, сострадание к ближнему, помочь. Вот это первое, на первом месте у меня стало. А не больно вообще вся эта процедура проходит? Нет, абсолютно. Если не думать об этом, не больно. При отсутствии медицинских противопоказаний кровь разрешается сдавать раз в 2 месяца, а плазму – 1 раз в месяц. По традиции, в этот день в учреждении проходит церемония награждения. Только вдумайтесь, каждому третьему жителю планеты будет необходимо переливание крови в течение жизни хотя бы 1 раз. Это по статистике. И роль доноров нельзя переоценить. Слово «донор» происходит от латинского «donare», то есть «дарить». И скольким же людям вы подарили шанс на вторую жизнь на пути к почетному донору? Лицам, сдавшим свою кровь 40 и более раз, в торжественной обстановке вручают нагрудный знак «почетный донор». Так кому-то я 1 раз сдал, кровь нужна была, после этого понравилось как-то, думаю, хоть польза какая-то и на этом. И для себя польза, и для людей тоже, поэтому. У меня сначала муж начал сдавать кровь. Потом, глядя на него, я тоже решила стать донором. Оказывать тоже полезную помощь для людей. Пришлось сдавать тоже знакомым кровь по просьбе. И так, когда вызывают, никогда не отказывалась. Всегда оказываю помощь людям, потому что это очень необходимо. После процедуры сдачи крови можно получить денежное вознаграждение, отгул на работе и другие льготы и выплаты, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. Но главным результатом донорства по-прежнему остается восстановление здоровья и спасение жизни людей. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Всемирный день доноров в Карачаево-Черкесии отметили чествованием людей, так или иначе задействованных в данной сфере. Работники станции переливания крови, а также почетные доноры стали участниками торжественной церемонии в штабе общественной поддержки Карачаево-Черкесии. В этот день медики услышали немало добрых слов от руководителей регионального парламента и республиканской столицы. В Черкесске состоялось открытие нового блочно-модульного здания Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. В торжественной церемонии приняли участие начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-полковник Анатолий Маликов и глава республики Рашид Тимрезов. Альбина Ламкова продолжит тему. В новом здании и легче работается, новая мебель, новые компьютеры. Спасибо большое за такое прекрасное помещение. Работа очень важна, потому что это все-таки оборот гражданского оружия. Людям помогаем, рассказываем, как это все делать. Роман Чеглов трудится в ведомстве 14 лет. Служба требует высокой ответственности, мужества, полной самоотдачи и верности долгу и присяге. А деловые качества и профессионализм в выполнении поставленных задач позволяют сохранять стабильность в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности на территории республики. Здание новое, но деятельность центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии уже давно налажена. Подразделение ведет свою историю с 1969 года. Тогда был образован 4-й отдел, и он относился к управлению административной службы милиции. Поздравить с новосельем сотрудников центра прибыли начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, генерал-полковник Анатолий Маликов и глава республики Рашид Тимрезов. Для гостей новоселы провели экскурсию. Рассказали о том, что для посетителей созданы комфортные условия. Центр оборудован современными терминалами электронной очереди, окнами приема граждан и специальными помещениями для хранения личных дел владельцев оружия и сотрудников частных охранных предприятий. Все рабочие места имеют доступ к системам централизованного учета оружия. Здесь сотрудник, который осуществляет прием граждан. Здесь у нас помещение серверное находится.
Осмотрев здание, направились в управление Росгвардии. Здесь состоялась официальная часть мероприятия. К руководящему составу обратился Анатолий Маликов. Он поздравил всех с важным событием, отметив, что новоселье – это всегда приятно. И сказав о том, что решение о строительстве новых блочно-модульных зданий Центра лицензионно-разрешительной работы было принято директором Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктором Золотовым. Я считаю, не понаслышке знает, что это такое. Наши подразделения, как они работают, в каких условиях работают. И как мы окажем услуги, как граждане, скажем, нас оценят. Так будут оценивать все наше подразделение Росгвардии, в том числе и в Карачаево-Черкесии. Хотел отдельно сказать спасибо главе республики. Не только, кстати, за вот это все, но и как вы оказываете помощь сейчас во время проведения специальной военной операции. Я не побоюсь это слово. Ваша заслуга то, что ни одна жизнь сохранена, это дорогого стоит. Затем командующий округом вручил государственные награды личному составу Росгвардии в соответствии с указом президента России. Товарищ генерал-полковник, полковник повелился для награждения прибыл. Роль сотрудников и военнослужащих ведомства в решении повседневных задач безопасности в регионе неоспорима. Сегодня подразделениями лицензионно-разрешительной работы республики осуществляется контроль за деятельностью 33 юридических лиц. Конечно, комфортные условия работы еще больше будут способствовать работоспособности каждого сотрудника, было сказано на торжестве. Прозвучали отдельные слова благодарности военнослужащим управления за мужество и доблесть, проявленные в ходе выполнения задач в зоне СВО, где многие из них уже бывали неоднократно, отметил глава республики. Когда человек работает в комфортных условиях, ему хочется на работу приходить и оказывать лучшие услуги населению. Все это, конечно, очень здорово. И я думаю, что мы, как поддерживали наше управление Росгвардии по Карачаево-Черкесии, я имею в виду органы исполнительной, муниципальной власти, законодательной власти, так и будем это продолжать делать. Я здесь бываю достаточно часто. Хочу сказать, что многих знаю здесь лично и давно знаю. Коллектив очень слаженный, боевой. Глава региона выразил уверенность, что совместная работа в этом направлении будет продолжена. Пожелал всем мира и благополучия. Отдельно поздравил тех, кто получил государственные награды. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Формирование общероссийской идентичности – основа межнационального согласия. Заседание по таким названиям прошло в штабе общественной поддержки Карачаево-Черкесии. О чем говорили и к чему пришли участники собрания, расскажет Алла Качиева. Наша республика – она одна из самых многонациональных республик в нашей многонациональной России. Да? Поэтому вопрос межнациональных отношений он никогда не будет терять свою актуальность у нас в республике. Это очень тонкий вопрос, который требует самого серьезного, пристального внимания, в связи с чем и мы здесь тоже собрались для того, чтобы выработать какие-то механизмы налаживания межнациональных гармоничных отношений. Мероприятие проходило в штабе общественной поддержки и организовано Женсоветом Черкесска, Карачаево-Черкесского отделения общероссийской организации «Союз женщин России». В нем приняли участие представители власти, законодательной и исполнительной, члены общественных организаций, правоохранительных органов, лидеры диаспор. На встрече обсуждались проблемы, пути решения, методы формирования общероссийской гражданской идентичности. Поскольку для всех нас известно, да, наши ребята борются с национализмом, на СВО кто-то погибает, да, то есть не покладая, скажем так, рук, рискуя своими жизнями, своим здоровьем, но у нас внутри, к сожалению, также актуальна эта проблема. Причем здесь, конечно, мер должно быть несколько, причем это должно быть взаимодействие всех слоев населения и всех структур государственных, в том числе федеральных, и региональные должны их дополнять как-то и контролировать. Только вместе мы сила, мы должны взаимодействовать напрямую. Это и есть цель данного мероприятия. Это и укрепление межнационального мира, создание среды для всестороннего развития и воспитание традиционных духовно-нравственных отношений новых поколений друг к другу и к окружающему миру. Когда наши народы будут соблюдать свои традиции, обычаи, которые идут издавна,
безусловно, будет и межнациональная гармония и согласие. Поэтому законодательный орган может сегодня принять те необходимые законодательные меры, которые смогут в дальнейшем послужить для гармоничного развития своих культур, национальных традиций, обычаев и всего прочего, что связано с национальной идентичностью каждого из народов, проживающих на территории Карачаево-Черкесской республики. Участники круглого стола пришли к выводу, что в современных условиях необходима систематизация и построение новой идеологической платформы патриотического воспитания и формирование культуры межнационального общения. Такой платформой в Карачаево-Черкесии, как в многонациональном регионе, должно стать формирование общероссийской идентичности на основе понимания многообразия культур, народов и своей сопричастности к судьбе страны. Алла Качиева, Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике в рамках благотворительной акции «Твори добро» навестили воспитанников дома ребенка города Черкесска. Правоохранители пообщались с воспитанниками, узнали, как организован быт малышей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подполковник полиции Виктория Духина поблагодарила трудовой коллектив за заботу, любовь и внимание к детям. Ваш труд сложно переоценить, ведь именно вы прививаете детям самые важные в жизни правила. Нелегко справиться со всеми, но вам это прекрасно удается. Благодарим вас за терпение и ласковое отношение к малышам. Известный фотограф Ринат Урусов в очередной раз стал победителем престижного конкурса. Ринат занял первое место среди профессиональных фотографов на всероссийском конкурсе «Артмай». О конкурсе и других проектах Ринат расскажет нашему корреспонденту Белли Джазаевой. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.